Гвоздионов сохранил шайбу. Марков каким-то неуловимым движением обокрал Казионов. Я сказал, что Свитов может набрать юбилейное очко. Но вот Казионов тоже может набрать юбилейное очко. Но сейчас, наверное, не это главное. А главное, что хоккеисты получили болезненный удар и необходимую им медицинскую помощь. Столкновение у борта, дронов, Клинхаммер упали. И неудачно. Каждый по-своему неудачно. Ну а что там у травмировавшихся? Ой-ой-ой, какая неприятность. А здоровье? Здоровье давайте пожелаем Дронову. Предыдущий матч между этими командами травмы. Вот сейчас переживаю за хоккеистов. Такая тяжелая у них работа. И находятся люди, которые говорят, что хоккеисты получают слишком много. Но вот смотрите, какие риски для здоровья. Лемтюгов недавно получил тяжелейшее повреждение. Тоже пожелаю я Николаю выздоровления. С Клинхаммером все в порядке. Я говорил о том, что он никак не может забить на новом рабочем месте.